13 октября в нашем городе стартовал 6-й Всероссийский фестиваль спортивных единоборств «Юный динамовец». За годы его проведения фестиваль успел побывать в Уфе, Казани, Краснодарском крае, Кирове и во Владимире. Теперь, учитывая крепкие традиции развития единоборств в Иртышье, впервые фестиваль добрался и до Омской области, объединив порядка 700 атлетов. Очень приятно, что сегодня мы вот именно в Омске, оказано доверие Центральным советом «Динамо». Мы в прошлом году проводили всероссийские соревнования среди взрослых по стрельбе. Именно динамовские соревнования им очень понравилось. И вот традиция продолжается. Вот мы приняли сейчас соревнования по единоборствам в систему «Юный динамовец». Я думаю, наше взаимодействие с «Динамо» будет продолжаться. У нас есть определенные традиции в развитии спортивных единоборств. Есть прекрасные тренеры, есть прекрасные судьи, есть уважаемые люди, которые отдали спорту очень много, и именно единоборствам. Это и Тищенко, наш двукратный олимпийский чемпион Алексей Викторович, и Пушница Александр Михайлович, который для развития и динамовского самбо, и для самбо вообще сделал очень много. Это самый титулованный самбист страны. Калимулин Тимиржан Митхатович, призер Европы, который до сих пор тренирует ребят в динамовском спортивном зале и вносит большой вклад в воспитание подрастающего поколения. Впрочем, список имен известных омских динамовцев можно продолжать. Помимо уже перечисленных, стоит также упомянуть заслуженного тренера России по дзюдо Анатолия Хмелева. А с недавних пор число омских именитых спортсменов, которые продолжают продвигать спорт в массы, пополнил Александр Шлеменко. Поэтому, кроме давно привычных бокса, вольной и греко-римской борьбы, дзюдо и самбо, впервые программу фестиваля пополнили состязания по смешанным единоборствам. Очень рад, что ММА развивается. Большое спасибо Федору Владимировичу Емельяненко, то, что он делает большую работу для популяризации этого вида спорта. Почему? Потому что я считаю, что ММА – это самый универсальный вид спорта и лучше всего подходит именно для гармоничного развития единоборства. Состязания по вольной борьбе и дзюдо проходили на Омском велотреке. А в соседнем центре единоборств юные динамовцы демонстрировали свои навыки в боксе. И приятно, что уже с первых поединков отличились именно амичи. Очень тяжелый бой, равный. Соперник очень хороший показался. И в равной борьбе удалось победить. Хороший фестиваль, то что проводят такие турниры и в городе Омске. Значительное внимание развитию детского и юношеского спорта в нашем регионе Омской школы единоборств уделяет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, превращая проведение фестиваля единоборств в настоящий праздник и хорошую традицию.